Солдатские печали. Даже наверняка не подразумевал, что когда-нибудь будет такое время страшное для нашей многострадальной Украины. И эта песня, которую он написал, будет конкретно исполнена в Донецке для этих людей. Даже не подразумевал. Песня эта нашла своего героя. Мы в декабре были там, сыграли. В общем-то, песня живет и дальше. Следующая композиция тоже такая забавная. Мы ее редко играли на своих сольниках на протяжении этих лет. Песня, ну, нам казалась она слишком легкой. Может быть, поэтому она и заняла в чартовой дюжине в 2001 году. Вы представляете? Это совсем две большие разницы. Сегодня чартовая дюжина. Чартовая дюжина в 2001 году. Когда попасть в молодой команде в какой-то реальный хит-парад, тем более чартовая дюжина, где живут... Спасибо за подарок. Я заканчиваю, я понял. Короче, мы там заняли третье место. Это было круто для нас. Просто нереально. Yeah.
Thank you.
Шаманчик переломный тем, что нам показали, как можно технически работать грамотно, уверенно, четко, а главное профессионально. Первый, технически. Борис Рубекин, клавишник аквариума, к сожалению, его с нами нету. Он нам техническую сторону показал, рассказал. Мы были ему очень благодарны, безумно. Второй человек, который сделал лично для меня профессиональный шаг вперед, он мне сказал, не записывай дабл-треки. Хотя потом я это делал, конечно, это потому что я машина. А он сказал, что делать этого нельзя. Мы вот на шамане попробовали, мне очень понравилось. Мне кажется, я шагнул там тогда вокально вверх. И третий человек, Юра Щербаков, который нам это сводил. Вообще он меня, конечно, потряс. После этого мы начали сводить уже сами потихоньку. Как вы думаете, какая большая песня из нашего творчества есть на альбоме «Шаман»? Yeah.
Спасибо!
Композиция «Хрустальный мир». Если рушатся мосты, и нет. Если близко до звезды, и ты не веришь, значит, ты уже скользишь, как и так ты не веришь. Если чаще смотришь вниз, легче, легче. А теперь что уйти, ведь ты не ждёшь. Если мир твой за спиной, свои дела, значит, для них изгой, каким-то примирением. Своим богам, если верят, то не так. Из тебя не поняла, улыбнется зеркало. Так проходят на море целый день в твоих руках. Достать не нужно страх, прогони пустой день. Я серьезный пример. Выключи тебе, поднимись и убери. Сойди в твоих руках. Останься в дураках. Солнце, 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 сол
сну, без сна, моей душе. Счастье, счастье, что это слово значит? Счастье, счастье, а так нужна удача. Счастье, счастье, что это слово значит? Счастье, счастье, а мне нужна удача. Удача. Остается дождаться.
Начнется шторм, нашу силу доставь всем, кто будет полюбил. Пепел